Девочки, всем привет. Иду в парикмахерскую. Не знаю, не записывалась. Ничего, просто иду. Я никогда не записываюсь. Потому что если запишусь, вдруг у меня не получится. Сегодня праздники вроде бы все прошли, поэтому я так думаю, не будет такого наплыва в парикмахерских. Как обычно, иду и сама не знаю зачем. Что еще буду там делать мне с волосами? Не знаю, что-нибудь придумаем. В общем-то, девочки, позже подключусь, что из этого всего получится. Ладненько. Накрасили мне волосы, сижу. В общем, верх у меня будет немножко одного цвета, низ другого. Такая красота у меня теперь. Сижу тут, не знаю, что получится. На лице краснота выступила, наверное, вот эти вот поры идут. Прям глаза щипит от краски. Вот сижу, красота красотой. Ну, хотела в парикмахерскую. Хорошо пришла. Очереди нет, людей нет, так что меня тут все одно обслуживают. Don't say, darling, 'cause you'll fake it. Don't hide the tears, 'cause I know you're brave. All this love and all this pain you've given, all this love and all this pain, you bring them from another world. Сегодня у нас котлетки будут на обед, жареные в панировочных сухарях. Я такие люблю. Панировочные сухари. Нашла пачку, у меня начатая была. У меня котлетки обжариваю. Сейчас буду вытаскивать. А Ваня там готовит подливку. А на гарнир у нас будет рис. Сейчас промыла его, поставлю варить. Сейчас уже котлетки буду вынимать. Надо на полотенце положить. Бумажное полотенце сюда покласть, чтобы жир впитывало.
эта сковорода у меня самая ходовая. Они могут сразу влазить. Вот что там форку ставлю. Вытяжка будет. Она вообще ничего не слышно. И без вытяжки никак. Сейчас косметки заложу, и надо ставить рис варится. Рис, похоже, надо будет на маленькой конфетке, да, варится? Все приправки решил добавить? А? Все приправки решил добавить? Да, так вот. Закрывайте туда дверь, а тут дым есть туда. Ну, можно одну? Ну, попробуй одну. Томат. Томат еще рано. Все, взяли вот. Все. Наложу. Ну, ай. Так, надо потом повернуть что-то вот туда. Вот сюда стал рукавчик. Мельс, померим, можно не будет. Вкусно? Сегодня пока отмыть не могу. Замочила. Вчера пыталась отмыть, так и не отмыла противень. Еще замочено стоит. Чистой воды наливала. Еще раз замачивала. Ну что, мне осталось на одну эту сковородку, как я хочу. Чесноком пахнет. Обед готовим в 4 руки. Вкусные котлетки, я попробовала. Тренировочно. Интересно, как.
это я как-то жарила, помнишь, эти наггетсы в панировочных сухарях. Ты попробуй, Ленька еще не пробовала. Вкусно такие хрустят тогда. По соли не знаю. Не пересолила. Тебе воды достаточно? Ну, видно будет сейчас закипит. Мне кажется, еще надо воды. Закипит сперва, потом нужно. Вытяжка громко крутить. И без нее никак весь дым трет сюда. Все, последняя котлетка. А что ты не добавишь? Все закипело. Видишь, пыхает. Иди смотри. Воды еще нам подавать, да? Сейчас подкипит немного. Так, как у меня сюда супер. Где-то у меня воронка была. А где? Не знаю. Вот там нарвали, откроешь как? Они быстрее жарят, чтобы зарубку побыстрее складывают. Сейчас вот это, чтобы рыбку можно представить. Так, здесь компот медленно, через долго он будет. Сейчас я туда жарю, туда поставлю. Ну, здесь газ такой. Я жарю, но там нет. Вот такой вкусненький обед сегодня с мужем мы в четыре руки, как говорится, приготовили. Котлетки обжарили на панировочных сухарях. Ваня сделал свою фирменную подливку и на гарнир отварили рис. Приятного, друзья, аппетита! На этом буду заканчивать сегодняшнее свое видео. Всем пока-пока, до новых встреч!